Поехали? Да, поехали. Поехали. Очень просто, друзья мои. С вами снова я, Виталий Татаринов, в замечательном оранжевом настроении. А почему оранжевом? Потому что Новый год наступил, и лето на носу. И в оранжевом настроении не только люди, но и коты. И у нас сегодня в гостях... Я, Юра, и мой прозревший кот Федя. Ух ты, прозревший кот. Чувствую, наклевывается интересная история. Давайте я вам все расскажу вкратце. Ну давай. На темной, страшной заброшке... Я нашел маленького, слепого котенка возле своей мертвой мамы. Я отнес его домой. Мы с мамой отнесли его к ветеринару. Ветеринар сказал, что зрение коту уже не вернуть, и он будет слепым всю жизнь. Драматичная история. Мы сразу начали его лечить. На пятый день лечения случилось чудо. И он прозрел. Он увидел мир своими глазами. Он сначала очень сильно удивился, но потом через пару недель привык. Когда он увидел, что я играю в компьютерные игры, он у меня начал отбирать планшет и скачивать кошачьи игры. Ух ты, интересно. Играть не. Так он теперь специалист по кошачьим играм? Да. И такие существуют? Неужели специально для котов есть игры? Да, там надо нажимать на мышек или рыбок, и они исчезают. И что, вы вдвоем теперь время за компьютером проводите? Да. А когда мы заканчиваем играть, он капризничает часто и начинает меня царапать и кусать. И иногда мы идем на кухню, он не помогает готовить. Все-таки отвлекаетесь от игры, это уже радует. Когда он меня отвлекает, начинает царапать и кусаться, мы идем на кухню готовить оладьи с блинами. Вместе готовим. Кто больше любит оладьи с блинами? Мы оба очень сильно их любим. А начинка есть у оладьей и блинов? Да, конечно, банан. Мы часто с ними готовим. Я слышал, Федор любит бананы. Да он вообще фрукты любит, не только бананы. Яблоки, апельсины. И чем вы запиваете эти блины и оладьи? Мы сами готовим фреш и запиваем. Ага. Ну тогда я предлагаю, раз у нас сегодня оранжевое настроение, приготовить тропический фреш с кавказской ноткой. Почему кавказской? Там в состав входит гранат. Не возражаете? Не возражаю. Федор, ты как? Федор, хорошо ему. И так как у нас фреш тропический, с тропических фруктов и начинаем. Так, что у нас? Киви ты любишь? Да. Давай киви, поехали. Давайте две штучки бросаем. Положим. Бросаем. Раз, киви. Два, киви. Красота. Ну что, апельсинчик? Давайте три апельсина. Вот и все. Фрешик готов. Тормозим. Ну что, попробуем? Давай. На здоровье, друзья мои. На здоровье. Вкусно очень. Божественный напиток, друзья мои. Завидую я вам с Федором. И часто вы готовите такие фрешики? Почти каждый день. Да? Да. Круто. А потом идете гулять, наверное, да? Да. А давайте я вам лучше расскажу приключения, когда я Федора оставил дома, и мы с друзьями пошли гулять. Интересно. Любопытная тема. Давай послушаем. В этот раз мы хотели пранкануть моих одноклассников. И пранкануть снять... хотели? Да. То есть разыграть, переведем на для взрослых. Да. Угу. Сняли видео, якобы мы хотим, чтобы поезд с рельс сошел. Ничего Положили себе. Туда хворох, веток, три камушка и какой-то тапочек, который мы нашли там же. Сняли это на видео и отправили в группу «Одноклассники» в Вайбере. Родители детей не поняли нашу шутку всерьез. Еще бы. И подумали, что мы реально хотим, чтобы поезд с рельс сошел. Они очень испугались за участь поезда. Теперь у меня репутация диверсанта. Ой, меня разобрало. Да, Юра, чудите вы, конечно. Ну, я вам, друзья, конечно, юные друзья наши, не рекомендую повторять такие шутки, как Юра со своими друзьями. Хорошо. И чем же все это закончилось, вся эта история? Родители меня потом еще очень долго называли диверсантом. По типу диверсант, сделал уроки, диверсант, покорми кота. Угу. И кот тебя также кличет? Да, кличет иногда. Ясно. В общем, вы с котом заодно, я понял. Я тут прознал, Юра, что есть у тебя еще один талант.
художественный, ты любишь рисовать, да? Не совсем рисовать, я люблю рисовать скетчи. Скетчи, что такое скетчи? Это рисунки, граффити на бумаге. Любопытно. Слушай, может быть, тогда вы вместе с Сергеем Татариновым, с художником-дизайнером, сделаете какой-нибудь, покажете лайфхак? Как рисовать? Художественный. Давайте. Давайте. Всем привет! Меня зовут Сергей Татаринов, и сегодня мы с Юрой покажем вам, как волшебным образом превратить любую игрушку или любой пластиковый предмет в предмет декора, которым можно будет украсить любую комнату, рабочее место, офис, все что угодно. Итак, для этого мы воспользуемся этой пожарной каской. Для начала покрываем каску белым акрилом или же белым грунтом, для того, чтобы любая следующая краска на него хорошо легла. Далее я наношу яркий фон и передаю каску в руки Юре, после чего он наносит свой тег. Как живешь, как дела, город мой? Этот бит для тебя за водой. Я зажигаю, и ты со мной. Город мой. Для друзей и влюбленных он наводит мосты. В этом городе судьбы сплетаются в круг. Он зовется просто «Это мой Кременчук». И это мой Кременчук. Кременчук! И как живешь, как дела, город мой? Этот ведь для тебя за водой. Я зажигаю, и ты со мной. Город мой, город мой. За водой я зажигаю, и ты со мной.